Рождественский снегопад проверил уваровские коммунальные службы на прочность. По распоряжению руководства города для ликвидации последствий обильных осадков была незамедлительно мобилизована вся техника. В общей сложности в борьбе с заносами задействовано 14 единиц техники. Согласно выработанному графику, в первую очередь, чтобы обеспечить нормальное функционирование города, проводилась расчистка трассы областного значения, центральных улиц, социально значимых объектов, автобусных остановок и тротуаров. На данный момент по мере освобождения техники ведется уборка и межквартальных дорог. Хочу отметить, что ряд организаций, ряд подрядчиков со своей задачей справились. Мы сегодня проверили, убедились в качестве работ. Однако ряд подрядчиков, ряд предпринимателей выполнили работу некачественно. Сейчас мы это оценили, взяли на карандаш. Сегодня будут работать службы административного реагирования для привлечения к административной ответственности. В частности, критике со стороны руководства города подвергся ряд организаций и торговых точек, расположенных по улице Заводской и Железнодорожной. Собственники которых не смогли должным образом обеспечить уборку прилегающей территории от снега и создать комфортные условия для своих клиентов. Но вместе с тем, зачастую сложности с расчисткой снега как у коммунальных служб, так и у ряда организаций возникают из-за машин, длительное время пребывающих на стоянках. В результате спецтехника не может своевременно произвести уборку. Даны поручения подрядным организациям, чтобы предупреждали собственников автомобилей, чтобы они убрали в определенное время свои машины для проведения необходимых работ. В рамках выездного рейда маршрут движения был проложен таким образом, что Владислав Денисов побывал не только на центральных улицах, но и посетил каждый микрорайон, в том числе и объекты культурно-массового пребывания горожан. Градоначальник не только инспектировал ход и качество работ по уборке снега, но и беседовал с жителями и интересовался их удовлетворенностью проводимых снегоуборочных мероприятий. Особому вниманию со стороны руководства города подверглись дворовые территории многоквартирных домов. Хочется отметить хорошую работу управляющей компании, особенно по очистке придомовых территорий. Это управляющая компания ОСС, ООО «Диалог», которые выполнили все работы в соответствии с тем требованием, которое предусмотрено договорными обязательствами. Руководством города было отмечено, что в целом все снегоуборочные работы проводятся в соответствии с установленным регламентом по обслуживанию и содержанию дорог в зимнее время. А коммунальные службы на должном уровне готовы к ликвидации последствий обильных осадков. Стоит отметить, что для ускорения работ, проводимых в период снегопада, часть снега складировалась на ранее определенных площадках. На сегодняшний день снежные завалы постепенно ликвидируются и вывозятся уже за пределы города. Впереди еще немало работы. Очистка улиц продолжается. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, «Наш город».